Всем привет! В преддверии нашего нового проекта Motard из мини-кроссовичка. Motard, в принципе, чем отличается от кросса-мотоцикла? Ну, там я не буду уже углубляться, там жесткий срам и все остальное. То, что на нем стоят дорожные шины. Для чего я, значит, делаю Motard детский? Для того, чтобы ребенок, поскольку ему нравится на мини-кроссовичке больше, чем на мини-мото кататься, я ему хочу поставить туда вот такие вот, значит, дорожные шины. Покрышки мы взяли Кенда. Бюджетный вариант, в принципе, от скутера. Штатные покрышки идут, сразу покажу, 2,5 на 10. Видно, да? 2,5 на 10. Мы берем покрышку 3 на 10. Наш главный критерий, чтобы она была гладкая по сторонам, чтобы он мог кататься, объезжать фишки. В принципе, все это для тренировок. То есть проект Motard наш заключается в том, что мы поставим сюда дорожные шины на мини-кросс и будем тренироваться на асфальте, объезжать конусы, фигуры какие-то, соответственно, выполнять спортивные. Для этого, в принципе, вот одно колесо мы собрали. Сейчас мы покажем, как бортируется мотоциклетное колесо. Первое, что мы делаем, это спускаем колесо. Спустили колесо, отжали покрышку по кругу. Нам нужно, чтобы она отстала с двух сторон. Вот она отстала с двух сторон, эта покрышка. До конца выпускаем, стравливаем весь воздух. Начинаем бортировать. Значит, бортируем. Для бортировки здесь у меня разнообразные лопатки. Это велосипедные лопатки. Эти металлические, эти пластиковые. Можно пользоваться любыми. Я буду пользоваться тремя пластиковыми. Лопаток для бортировки нужно три. Это важно. Их нужно обязательно три. Двумя будет это сделать проблематично. Можно и одно, если мучиться, но вот по факту нужны три лопатки. Значит, суть в чем? Здесь опускаем по максимуму шину, здесь ее приподнимаем. Лопатки можно вот здесь за диск завести. Почему три? Потому что мы одной работаем, соответственно, одну отгибаем, вторую уже рядом вставляем. И таким образом, одна у нас закреплена, а этими двумя одну приспустили. И так вот делаем по кругу, то есть приспускаем, поддеваем в обход. Вот так поочередно работаем этими лопатками. Соответственно, одну сторону мы с вами разбортировали. Вытаскиваем камеру. Так. Соответственно, вторую часть данной покрышки можно стянуть руками. Диск мы будем собирать на бескамерной основе. Для этого мы сейчас пойдем и вставим сюда сосок. Поскольку диск литой, он по кругу не спускает, мы сейчас его проверим, немножечко зашкурим. Вставим сюда сосок и соберем. Берем вот такой вот сосок, автомобильный, обычный. В любом магазине, в принципе, продается. Специальное устройство. Обалденный спецключ, конечно. Ну, на самом деле, можно чем угодно его завести, этот сосок. Не суть важно. У нас просто есть инструмент, это нам огромный плюс. Капелька ВДшки. Можно что угодно сюда. ВДшку. На шиномонтаже люди не парятся, их просто прям на слюни ставят. На свои целебные. Так. Есть. До характерного щелчка, как говорится. Обязательно смотрим направление покрышки. Вот этот диск собран передний. Вот этот диск будет стоять задний. Сзади диск тормозной с этой стороны. Стрелка, указывающая направление. Драйв написано. Стрелка туда. Соответственно, мы ставим, собираем в такой последовательности. Чтобы у нас направление рисунка соответствовало направлению движения.